Я Артур Королёв. Я тот, кого долгие годы звали Джокер. Я жив и здоров больше, чем когда-либо. 6 часов спорта каждый день, здоровое питание без холестерина, отсутствие стрессов. Что еще может продлить жизнь и улучшить самочувствие? Но лучше бы я умер, потому что любовь всей моей жизни не хочет меня знать. Друзья забыли и стараются держаться подальше. Говорят, что тюрьма – самое безопасное для меня место. Единственный человек на этом свете, ради которого я хотел бы жить – моя дочь. Считает своим отцом совсем другого человека. Охрана, позови начальника! Я требую свиданий! Заключенный 12438. Прекратить шуметь. Какие вопросы? Позови надзирающего прокурора! Я хочу жалобу написать! Отвали! В карцер захотел, Джокер! Да. Товарищ майор, заключенный из зоны спецсодержания номер 12438 буянит. Джокер? В карцер на 3 суток. Есть. На выход, быстро! Книгу оставь. Не положено. Там мы тебя на месяц закатаем. Пошли! Здравствуйте, Елена Николаевна. Знаете, а я для вас тут подарочек приготовил. Эксклюзивный коньяк. Ну как, квартира понравилась? Да, очень понравилась. Знаете, 4 комнаты, такой ремонт, просто фантастика. Ну и прекрасно. Скажите, Артур Королёв ваш пациент? Да, если можно так выразиться. Он сейчас как раз в карцере находится. А вы, что случилось? А почему его держат в одиночке? Ну, вообще-то это служебная... Но не для вас. Не для вас. Он у нас на спецсодержании. По нему, знаете ли, даже суда не было. Ему кто-то покровительствует сверху, из конторы. И требует держать в одиночке. Так и сидит у нас почти 6 лет. 6 лет? Да. Надо было мне вас как-то раньше найти. А может так случиться, что этот человек простудится в вашем карцере и вдруг умрет? Пост-1-2. Что на дороге? Гнездо, на дороге пусто, конец связи. Гнездо. Они опаздывают на 2 часа. Может, встречи не будет? Курильщик, ждем. Конец связи. Давайте. Гнездо движения. Одна машина, 2 человека. Едут к вам. Всей группе. Без моей команды не шевелимся. Кто-нибудь видит, кто сидит в машине? Нет. Сильвер? Сильвер, ты что-нибудь видишь? Нет, не вижу. Сейчас проверю. Карл, он мертв.
Срочно задержите мотоцикл. Не успеем. Он ушел. Они убили Карла. Кого? Карла. Моего агента. Люди барона убили моего внедренного агента и прислали мне его тело. Когда это произошло? Час назад. Мы ждали их на встрече с покупателями большой партии наркоты. Карл сообщил нам об этом. А они подкинули нам его тело в автомобиле. Теннис. Среди нас точно есть предатель. Возможно, даже очень близко. И у нас нет ничего, слышишь, ничего против барона. Я хочу взять их всех, слышишь? Всех их сразу. И засадить на много лет. Этот барон слишком осторожен и хитер. За 5 лет до того, как ты взялась за эту операцию, мы так и не смогли ничего собрать. Я это знаю, знаю. Тут нужен необычный ход. Нужен агент. Издалека и с гарантированной легендой. Такой, которому барон должен поверить. Где мы найдем такого? У наших соседей в Москве. Там остался один мой близкий друг. Разрешите, товарищ генерал? Прошу, Сергей Николаевич. У вас новое дело. Присаживайтесь. Благодарю. Можно? Пожалуйста. У наших коллег за рубежом погиб агент внедрения, который вплотную подобрался к одному из ключевых людей с синдиката на наших северо-западных границах. Посмотрите, некто барон. Он же Павел Дегтяренко. Угу. Уроженец Винницы, бывший офицер, 15 лет назад эмигрировал. Собрал банду из украинцев, эстонцев, немцев, русских. На место отправлен офицер зарубежного отдела Алексей Ведерников. Ваша задача обеспечить координацию операции. Надеюсь, вы сработаетесь. Конечно, сработаемся, товарищ генерал. Разрешите идти? Идите. Майор Ведерников? Да. Полковник Гаврюшин. Алексей, нам приказали сработаться. Ну, приказано. Значит, сработаемся. Тогда в 18.00 сегодня... Первое совместное совещание. Отлично, буду готов. Алексей. Алиса. Есть какие-то новые данные? Узнайте в конторе. Не очень-то вежливо. Каспер, Сильвер, Герт, Алексей. Сильвер теперь покажет все объекты группировки барона. Ресторан, бордель, его частный дом. Еще он крышует, как говорите вы, русские. Несколько паров автосалонов и клубов, но наркотики через них не распространяет. Боится. У него железная дисциплина, как в армии. Но ты, кажется, все это уже знаешь. Алиса... Можешь мне объяснить главное? Чего ты боишься? Предателя. Он есть среди нас.
Большое дело, о котором ты говорил. Провернуться и уйти навсегда в силе? Ну, допустим. Есть люди, интересуются оружием. Серьезно. Откуда у тебя связи по серьезному оружию? У меня только вон сослуживцы на Украине бывшие, и все. Это ясно. Но они об этом не знают. Они знают, что ты бывший офицер. Это синдикат слышал о них? Здравствуй, Артур. Я все решу. Больше такое не повторится. Если потребуется, переведу тебя в наш изолятор. Сейчас я это могу. Эльвира против, чтобы ты видел ребенка. Если у тебя есть какие-то просьбы, скажи. Просьбы? Когда-то я попросил тебя помочь и присмотреть за моей женой. В результате ты женился на ней, а моя дочь называет тебя папой. Я когда-то попросил тебя, чтобы меня здесь убили. В результате ты закрыл меня на 6 лет, без суда и следствия. Я попросил тебя устроить свидание со своей дочерью. В результате ты дал мне ее фотографию. О чем мне еще тебя просить, а? Артур, я... Не так все просто. Я понимаю, что все не так просто. Тебе нужна просьба? Они забрали мою книгу. Там фотография Лизы. Встать! Вас переводят служить в Магадан. ИТУ-4505 СПЧ. Через 30 минут приказ будет в канцелярии. Это время на ваши сборы. Слушаюсь. Машину заводи. Бонжур, солнышко. Не поясничай, что случилось? К этой бабе из полиции приехал кто-то новенький. Из России. Думаю, по нашу душу, барон. Будь аккуратнее, Вася. Пусть солнышко зайдет. Она погибла сегодня ночью.
Стой! Куда? А что? Что случилось? Кто эта женщина? Она работала горничной в доме барона. Они убили ее. Ну, послушай, это, возможно, это был несчастный случай. Вчера она сообщила мне, что барон готовится к какой-то важной встрече. Уйди с дороги! Уйду, не делай глупости. Они за все ответят. И за моего парня, и за твоих людей. Но если ты сейчас допустишь ошибку, тогда тебя отстранят или посадят. И в этом случае этот ваш предатель станет во главе операции. Тогда всему конец, ты этого хочешь? Да. Они потеряли второго агента. Похоже, доверять здесь можно только этой Алисе. Нам нужен свой сильный агент внутри группировки, который придет извне. И это должен быть безусловный авторитет для них. Иначе они утопят его в заливе между завтраком и обедом. Есть какие-то мысли? Да, есть. Товарищ генерал, для эстонской операции нам необходим агент внедрения с характеристиками, присущими в прошлом агенту Джокер. Сергей Николаевич, вы прекрасно знаете, что агент Джокер использовался управлением без прямой вербовки. Кажется, вы и были его единственным куратором. Опосредованно. Через агента Скрипач и криминального авторитета Угрюмова. Автором той схемы был Ершов Дмитрий Иванович? Так точно. Генерал Ершов. Да, блестящий, блестящий был офицер. Всегда точно рассчитывал логику и мотивы агентов. Кажется, вы многому у него научились. Да. Действуйте, Сергей Николаевич. Может, вы тоже найдете такого агента, как легендарный Джокер? Для тебя есть дело. Опасное и непростое. Но это реальная возможность выйти отсюда. Условие одно. Ты никогда не увидишь Эльвиру и не приблизишься к Лизе ближе, чем на 20 метров. Если согласен... Я согласен. Без всяких «если». Ты не знаешь, о чем речь. Мне все равно. Если это позволит мне увидеть Лизу, я согласен. И не переживай, я не приближусь к ней ближе, чем на 20 метров. Пока Эльвира не решит иначе. Что надо делать? У жены барона, здесь, в России, есть племянник Владимир. Молодой и не очень умный парень. Его есть за что взять. Употребление и сбыт наркотиков. Посадим его в общую камеру с нашим агентом. Урки его немножко попрессуют, следователь навешает дел лет на 15. Ну и потом наш агент предложит ему бежать. Побег будет удачным. А дальше нам останется только помочь им добраться до Эстонии. Мы с тобой очень похожи. Правда? Правда. У меня знаешь дома какая подборка рок-н-ролл? Может поедем послушаем? Давай попробуем. Эх! Какой ты быстрый. Какая ты строгая. Саша, лейтенант Колосов, ваши документы. А вы, кажется, не совсем в порядке. Выйдите из машины, мы должны обыскать ваш автомобиль. Заключенный 12438 с вещами на выход. В изолятор едешь, Джокер. Посмотрим, когда ты там сдохнешь. Ну что, молодой человек, посидите-ка вы в камере.
Ну, чё? Чё дальше? Дальше? Ищите хорошего, я бы сказал, лучшего адвоката в городе. С учетом тех 500 грамм кокаина, которые были обнаружены при обыске вашей квартиры, вы пойдете по статье за распространение в особо крупных размерах до 15 лет. И, кстати, у вас еще нарисовался пистолетик. Есть подозрение, что полгода назад именно из него убили бизнесмена в славном городе Ростове. А вы как раз в это время были там. Показания ваши я уже записал. Какие 500 грамм? Какой еще ствол? Да мне подкинули все, у меня не было ничего. Это вы в суде расскажете. Руки за спину на выход. Вещи. Внизу расписался. На первой и второй странице. Быстрее. Вот и наша новая хата, Толя. Посмотрим на местных тараканов. А это что за фуфел? Фифа. Как зовут, красавица? Чё, язык проглотил, придурок? Отвалите от него. Чего? Ты чё, на кого пасть раззявил? Девять лет назад мы встречались. Здравствуйте. Здрасте. Слышал, тебе пятнашка светит. Да это подстава, я вообще не при делах. Ты эту песню для ментов оставь. Думай, как выбираться отсюда будешь. У меня дядька, теткин муж. Барон, слышал? Очень крутой чувак, он как узнает, меня сразу вытащит. Ну и где этот твой барон? В Эстонии. Позвонить надо. Понятно. Долго он будет тебя вытаскивать. Давай, по ночам аккуратнее будь. Хорош пелец. Иди. Ко мне.
сотовый телефон. Даю тебе 2 дня. Ты знаешь, мне терять нечего. Понял меня? Охрана! Тут двое подскользнулись. И в медсанчасть нужно. Да, Алексей. Привет. Ну что, скоро подарок будет у вас. Заканчиваем с упаковкой, готовься. Мы уже в завершающей стадии. Главное теперь, чтобы ваш клиент отвечал на звонки с незнакомых номеров. Телефон родственника, помнишь? Залезь под одеяло и звони. Кто это? Давай, бери. Да. Алло. Барон. Это я. Кто? Где ты? В изоляторе? За что? Ты больной придурок! Вытащи меня отсюда. Можешь помочь? Помочь? Как тебе помочь? Ты себе приговор подписал. Не звони мне, я сам тебя найду. Кто это? Твой любимый племянник в тюрягу угодил за какой-то кокаин и пистолет. Вова? За что? Паша, Паша, ты же ему поможешь? У него никого нет, кроме нас. Да как ему помочь с такими статьями? Не побег же ему устраивать. Что у нас за лестница на восточной стене СИЗО? Этот придурок, Володя, племянник Жанны, в тюрьму в России загремел, черт! На чем погорел? Да наркота и оружие какое-то. Молодец. И что делать? Что делать? Ничего не делать. Я за него впрягаться не собираюсь. Звякни своим людям в СИЗО. Пусть они за ним присмотрят. Ну, в легкую. Сделаю. Thank you.
садись. Вот наша тачка. А ключи? От коврика. Попроси Угрюмова выйти. Скажи, сын его друга из Тархова пришел. А ты уверен, что из-за тебя стоит его будить? Уверен. И все это за 6 часов, пока дверца не захлопнулась. 6 часов? Я постараюсь. Садись, Петя. На такси поедем? Сумки, одежды, переоденьтесь. И побрейся. Меньше привлекать внимание будешь. Едем в аэропорт. Сначала к 8 утра заедем на 5-й Хамовнический, дом 12. Потом на самолет. Что там? Детсад. Этого делать нельзя. Я сказал, мы сначала заедем на 5-й Хамовнический, дом 12. Как знаешь. Твой племянник и еще какой-то хмырь ночью сбежали из тюряги. Что? Как? Вот так. Я тут ни при чем. Да ты не волнуйся. Нас с ним не свяжут. Да ему и через границу не перейти. Да. Василий вас будет ждать. Не перебраться, говоришь? Они уже в аэропорту. Значит так, едешь туда за ними и привозишь их обоих сюда. Давай живо! Джокер и Владимир на месте. Операция прошла без эксцессов. Как-то гладко все. Барон не такой простачок. Будьте аккуратнее, подполковник. Я вас понял, товарищ генерал. Разрешите идти? Идите, Гаврюша. Есть. Пойдем.
Здорово, племянничек. Привет, Василий. А это кто? Это Артур. Крутой пацан, он меня вытащил. А, запах свободы! Как же она вкусно пахнет! Володь, я, пожалуй, поеду. Артур, тебе тоже надо с нами ехать. Нам лучше разделиться. Вдвоем нас быстро найдут. Ты же с нами, парень. Барон хочет двинуть на героя. Давай, Артур, поехали. Я должен тебя познакомить. Поехали. Ну вот, а мы, значит, стоим на посту, а он стоит напротив меня, ну в очереди. Паспорт дает свой, а у него лицо каменное, и ни один мускул на лице не дрогнул. Присядь, Володь, присядь. А ты, значит, тот самый Джокер? Не понимаю, о ком вы. Странно, что ты до сих пор жив. Я слышал, у тебя было много врагов. Они все умерли. Что делать будешь? Друзья в Москве дали немного денег. Попробую раствориться. Мы можем сделать тебе новые документы. У меня есть ночной клуб здесь. Там нужен охранник. Раствориться, конечно, не получится. Но здесь есть мы. Поможем, если что. Когда начинать? Сегодня. Не нравится он мне. Нельзя его оставлять. Не тебе решать. Джокер слыл славным бойцом. Ну что, агент уже здесь, встречался сегодня с бароном? Слабо верю, что уголовник может нам чем-то помочь. Этот парень не совсем уголовник. В прошлом боец спецназа, армейский стрелок. Трудная судьба и сильно развитая тяга к справедливости. Но убеждать тебя не буду, все равно других вариантов у нас нет. Давай договоримся. Об агенте у нас знаем только ты, я и мой шеф в министерстве. Согласен. Так мы спасем его от предателя. Наш клуб Клайн. Небольшой. Битте. Девушки живут прямо тут. Твоя задача, Шуцен, охранять их от плохих гостей. Не пускать сюда людей с наркотик, оружие, пьяный, них. Нельзя. Кроме тебя есть еще один охранник. Если захочешь кушать, клозет, курить, должен предупредить его. Твой босс я и Инга. Хорошая девушка. Инга, Артур, будешь у нас работать? Типа того. Быстрее, быстрее. О, давай, давай. Боржичный. Аккуратнее. Свинья, что ты делаешь? Собирай быстро. Стой. Стой. Посмотри туда. Кто это? Разбери.
Стойте, стойте, я журналист. Я журналист. Он снимал нас. Он жив? Нет. В море его. Что будем делать с этими? Найди людей, которые избавятся от них быстрее. Здравия желаю, товарищ генерал. Садитесь, Гаврюшин. Я только что с Совета Безопасности. Всплыла история синдиката. Обстановка очень нестабильная. И сейчас не то, что ядерное оружие, но просто некоторые его компоненты, вывезенные с территории бывшего СССР, могут стать причиной дестабилизации политической ситуации вокруг нас. В общем, надо искать пути к синдикату. Как там ваш агент? Вживается, товарищ генерал. Хорошо. Операция с группировкой «Барона» получила кодовое название «Капкан». И контроль переходит к старшему руководству. Думайте, Гаврюшин, думайте. Приз, Калган. Артур, тут пьяный клиент уедет. Где он? Наверху. Джон, I'm gonna go upstairs. Да, давай. Отстань! Эмирстамин! Бери руки, Рошин! Казакульзит, мин! Стив! Бери свои руки! Отвали! Трогай на заряд! Мой сору! А я тебе сейчас все объясню. Все сейчас объясню. Так, так, пойдем, пойдем. Ой, ну как неудачно, да? Что ж ты себя не жалеешь? Надо аккуратней. Ну, всегда домой. Домой? Домой? Я не хочу домой. Ой, детям же нет. Маленький пора. Да. Кто? От Зорро? Пошли его подальше. У тебя будут стоять только наши люди. Понял? Или я целю башку этому Зорро.
Алексей, это Алиса. Это телефон для связи. Он на защищенной линии. Звонить только мне. Это адрес конспиративной квартиры для наших встреч. Кто-нибудь, кроме вас, знает обо мне? Хороший вопрос. Нет. Ваша задача – компромат на барона и предатель нашей полиции. И синдикат. Но вы должны быть в курсе. В курсе. Когда будут результаты? Результаты? Какие результаты? Я здесь второй день. Вам это хорошо известно? Известно. А если известно, то вы должны знать. Такие дела быстро не решаются. Что-то еще? Нет. Артур, дорогой, как сам, а? Как устроен? Да все хорошо, спасибо. Ну, пойдем, девчонок возьмем, погуляем. А поговорим про наш побег. А, молчу. Ну, пойдем гульнем, а? Прости, не могу, на работе. А, да кто тебе здесь хоть слово скажет? Не могу, спасибо. Ладно, как знаешь. Ну, пойдем, красавица моя. Райва. Артур. Люди этого Зорро теснят нас везде. Оборзели козлы. На объекты наши зарятся. Откуда он? Не знаю. Надо их останавливать, барон. Иначе они нас выживут. Присядь, Вася. Ты не в Мариуполе. Нельзя здесь войну начинать. Я тебе сколько раз говорил. Потом за этим Зорро стоят деньги, я слышал. А это значит, с ним нужно договориться. Да они с нами разговаривать не будут. Просто перебьют всех. Барон прав. Нам нельзя воевать. Власти нас не трогают, пока мы не стреляем. И потом мы налаживаем связь с синдикатом. Это Десгроссагельд. Большие деньги. А они не любят шума. Барон. Я пришел про Артур поговорить. Он мне жизнь спас. Он мне сюда доставил. А вы его охранника в бордель? Серьезно, человеку надо на серьезные места ставить. Все? Все. Слушай, племянник, иди-ка ты отсюда вместе со своими советами. Живо, давай, пошел. А этот Артур действительно хорош. Считаешь? Фетт. Да вы сговорились, что ли? Только что появился и уже хорош. Я сказал, он мне не нравится. Ты сделай коктейль. Я не бармен. А кто ты? Будешь тем, кем скажу. Поняла? Все в порядке? А еще там шепчетесь? Не подходи. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сделай мне коктейль. Это не входит в мои обязанности. Я тебе говорю, что входит в твои обязанности. Давай, обслужи хозяина. Сделай коктейль. Thank you.
Делай еще. Артур, вниз спусти, есть клиент, уедем. Сейчас спущусь к вам. Сделай сам. Мне платят за охрану, а не за коктейли. Смотри, не выдавись. Артур. Сволочь. Все настроение испортил. Пристрелю, гада. Убью, гада. Куда прешь? Что сделал, а? Ты чё, близок? Чё тебе надо? Никого подрезал? Ты хоть знаешь, кто я? Встань справа, я тебе мозги вправлю. Мозги вправишь? А кто ты такой сказал? Зора, слышал такого? Я его человек, понял? Не тебе яйца верну, понял? Зора! Передай привет своему хозяину! Что случилось? Еще раз! Какой адрес? Не знаю. Повтори еще раз! Ты кто? Что тебе надо? Шоколад. Понял? Пошла.
Артур! Тут твой новый паспорт, права, страховка. Качество высокое. И немного денег. Аванс за хорошую работу. Ключи от машины на парк-плац. Сегодня вечером отвезешь девочек к барону в ресторан. А машину можешь оставить себе. Грохнули одного из водителей Зорро. Человечишка так себе, не особо ценный для Зорро, но он этого просто так не оставит. Весь город на уши поднял. Думает, что это мы. А мы тут ни при чем. Это понятно. Но как это Зорро докажешь? Да плевать сто раз на этого Зорро. Кто он такой? Спокойно. Василий. Это, конечно, плохо. Но Зорро резко действовать не будет. Подставится. Значит, набери новых людей с опытом. А я пока узнаю у нашего друга, есть ли что-нибудь в полиции. Понял меня? Оу, какая задница. Вали. Поехали с нами, девочки. Твою мать. Давай, сука, понимаешь меня? Гай, сливаем его. Парни, не трогайте. Давай, поможем. Стой, спокойно. Что тебе нужно? Что? Мне не нужны неприятности. Я сказал извинись. Извините. Молодчина. Девчонки, идите в ресторан. Спасибо, Артурчик. Как он его приложил? Уже почти месяц, как Джокер сидит в Таллине, а результатов пока никаких. Он вживается, Алексей Константинович. Нужно еще время. Понятно. По вашему рапорту, Джокер всего лишь один раз встречался с бароном. А вы уверены в своем агенте, подполковник? Он не водит нас за нос? Уверен, товарищ генерал. Абсолютно уверен. Не ошибитесь, Сергей Николаевич. Нам нужен результат. И как можно быстрее, Гаврюшин. Что это за место? Алиса нашла. Для встречи с тобой. Мы проследили по дорожным камерам. Водитель Зорро стреляли из машины, на которой ездят люди барона. Василий Райво и Нокта Фридрих. Все это как-то немного глупо выглядит. Такое ощущение, что подстава. Как бы то ни было, есть стойкое ощущение, что Зорро может начать войну. В этом случае удар будет быстрый и болезненный. Ну и хорошо. Пусть хоть все там друг друга перестреляют. Так нельзя. Нам нужен предатель полиции. Сперва надо вычислить его. А нам выход на синдикат.
Угрюмов Марк Аркадьевич? Да. Я из комитета города по имуществу. Мои данные на визитке. У нас есть предписание об освобождении территории, занимаемой вашим рестораном. Не понял. Ваше здание было приватизировано с нарушением всех возможных правил. Времена изменились. Здание должно вернуться к городу. В месячный срок вы либо освободите помещение, либо исковое заявление будет передано в суд. Что, уже все решено? А может быть, все-таки обсудим? Если вы хотите что-либо обсудить, свяжитесь по этим координатам. Алло, Фридрих, этот охранник Артур сегодня там работает? Здравствуйте, вы в клуб? Ты новенький? Я новенький. Ты у нас больше не работаешь. Езжай в дом барона сейчас же. Вот ключи от твоей новой машины. Теперь ты водитель моего сына и его матери. Будешь выполнять мелкие поручения по дому. Деньги на расходы возьмешь у Фридриха. В конце каждого месяца будешь отчитываться перед моей супругой. Что-то не так? Мне бы лучше в клубе остаться. Ты что, не хочешь со мной работать? Хочу. Просто жена и ребенок. Большая ответственность. Вот именно потому, что большая ответственность, мне нужен рядом с ними ответственный человек. Приступаешь завтра утром. Все. Стойте. Что, Елена Николаевна? Поднимите руки, пожалуйста. Аккуратнее. Я ж тебе не баба. Пусти. Проходите. Да, так, ну, все, потом закончим. Сворачивай. А, хорошо. Мы знакомы? Я сомневаюсь. Ваше помещение все пять. Мы заберем обратно. Вами вплотную займутся налоговые органы. Я знаю ваши связи со спецслужбами, с криминальными кругами. Это вам не поможет. Кому я обязан столь горячей любовью? Близким друзьям. Где Джокер? Я так понимаю, после побега он к вам направился? Не знаю. Это не в моей компетенции. Понятно. Ну что ж, я могу предположить, что все это так. У каждого человека есть кнопка, нажав на которую даже самую большую гору можно заставить бежать в указанном направлении. Марк Аркадьевич, скажите мне, пожалуйста, где эта кнопка у Джокера, и я прекращу травлю. Или я выжгу все вокруг вас и уничтожу вашу жизнь. Ах, старости... А я уже стар, красавица моя. Хочется такой какой-то безбедной, спокойной жизни, комфорта. Но сейчас я понял, что мне это уже все не светит. Я не знаю, где эта кнопочка у Джокера. А если б знал, то ответил бы так же. А не пошла бы ты куда подальше, красавица моя? Стой! Ну давай. Пока, пап. Удачи. Научишь меня машину водить? А ты не слишком быстро вопросы задаешь? Давай сначала познакомимся. Меня Артур зовут. Сергей.
Я тебя знаю, ты Вовку два раза спасал. Он обещал, что ты меня научишь. Только папе не говори. Раз Вовка сказал, значит научу. А этот что тут делает? Будет возить мою жену и сына. Это ошибка. Нельзя ему доверять, барон. Хватит болтать. Лучше бы за это время хотя бы одного нормального водилу нашел, чтобы он не бухал и не пялился на всех девок подряд. Этот, по крайней мере, ни одной девки в клубе не тронул. Займись делом, Вася. Мелкая шавка. Пацан из комитета по налогам и имуществу. А вот, вот это птица высокого полета. Старший федеральный инспектор. Интересно. Довери на лицо знаешь кого? К нашему миру отношения не имеет, но, кстати, знает про меня все. Ребята, мол, тебе не помогут. Что это? Контора дала течь? Вы не волнуйтесь так, Марк Аркадьевич. Разберемся. Разберись. Разберись. А то на кону жизнь твоего друга стоит. Если он, конечно, тебе еще друг. А вот это не ваше дело. Короче, вывел тему. Чтобы все очень бодро смотрелось, а потом... Добрый день. Здесь можно говорить? Что нужно? Мне нужен именно такой и не засвечен. Зачем водили такие игрушки? Отвечай на поставленный вопрос. Я отвечаю за безопасность вашей жены и ребенка. А что, есть проблемы? Пока нет, но угрозу чувствую. Че ты бычишь? Помолчи. Обеспечь. 10 лет я работал охранником. Был везде. Клуб ночью напали. Охраннику голову проломили. Фридриха увели. Девчонок и клиентов до утра продержали. Это Зорро, его парни. Что будем делать, барон? Поднимай людей. Охрану к моему дому. Поехали!
давай, пинай. Лови. Люди Зоро напали на клуб. Охранника убили, Фридрих у них. Ну и мы грохнули их дилера на пляже. Так, короче, ты с парнями остаешься здесь. Ты со мной, ты тоже. Железо возьмите. Зала. Месяц назад твои люди убили моего водителя. Твой Василий шляется по всему городу и треплется, что скоро всех нас уничтожит. Мне все это надоело, барон. Ты заметил, что нас очень мало? Это потому, что все ваши дома и семьи, все ваши объекты находятся под наблюдением моих ребят. И от того, что ты сейчас мне ответишь, зависит, будут они жить или нет. Тебе все понятно, барон? Аслан! Мать твою за ногу! Ты куда дел свою прическу, брат? Аргун 2003! Сержант Королёв! Артур Геор ненормальный! Что ты здесь делаешь? Это свой! Спокойно, ребят! Спокойно! Он мне жизнь спас. Он всю мою семью спас, весь мой род. Отца, мать, жену, троих детей. В доме один-два дня отстреливался, когда мои кровницы пришли за их жизнями. Тебе сильно повезло, барон. Вы убили троих наших, мы двоих ваших. Плюс этого покалечили. Думаю, мы квиты. А по поводу территории... Артур организует встречу, все обсудим. Этот город вынесет двоих. Я так считаю.
Забирайте этого. А этот сегодня поедет со мной в ресторан. Откуда? Откуда он его знал? Заберите его. Ты понимаешь, что таких совпадений не бывает, барон? Ты понимаешь это? Да помолчи ты, ради бога! Мы могли перестрелять друг друга! Артур спас нас от бойни, а наши семьи от смерти! Как-то ты стал всему быстро верить, Паша. Особенно неприятно, что я продолжаю верить своим старым друзьям, которые мне постоянно врут. Ты мне что сказал? Ты сказал, что в ту ночь, когда убили водилу Зорро, ты проторчал в клубе. А наш друг в полиции показал мне запись с камер. Видеонаблюдение, там четко видно, что водила Зорро был убит из той машины, которая была под тобой. Утром ты эту тачку слил, Вася. Ничего не хочешь мне сказать? Запомни, я для тебя барон, а не Паша. Паша, я для своей жены, ясно? После того случая меня разжаловали подчистую. Еще уголовное дело завели. Ну, я взял билет на самолет и за границу. Помотался по Европе, в итоге тут осел. Ты-то как до такой жизни докатился? Да почти так же. Сначала приказ не выполнил, рапорт написал. Ушел из армии, потерял отца. Друга убили. С киллерами разобрался. Первый срок получил. Ладно, слушай, не хочу я об этом. Давай за всех тех, кто не вернулся. Пацаны еще были. Не чокайся. Все, мне пора. Завтра на работу. А я как чувствовал, Артур, что мы увидимся. Будь аккуратней, весточка с родины пришла. Ищут Джокера, много денег дают. Кто-то в Москве очень хочет достать его. Прошу вас. Добрый вечер. Как мне к вам обращаться? Называйте меня председателем. Мне нужен Джокер. Слышали о таком? Его нужно найти. Я скажу, что дальше делать. Если Джокер не захочет, чтобы мы его нашли, мы его не сыщем. Джокера надо брать на живца. Надо отыскать что-то, что представляет большую ценность. Тогда он сам придет. Прекрасный план. Надеюсь, вы оправдаете звание самого дорогого и надежного председателя. Я постараюсь. Может, ты все-таки объяснишь, что происходит? Вам с Лизой надо на некоторое время уехать из Москвы. Зачем? Я не могу сказать.
Но если ты не можешь сказать, мы никуда не уедем. Артур сбежал из тюрьмы. И в связи с этим возникли некоторые проблемы. Когда? 2 месяца назад. 2 месяца назад? И ты мне только сейчас об этом говоришь? Одинаковые. Что ты, что Артур. Я никуда не уеду. Это мой дом. И никто не заставит меня разрушить мою жизнь и жизнь моего ребенка. А ты? А ты как мужчина. Обеспечь нашу безопасность. Сделай хоть что-нибудь. Ну, дяденьки, ты должен был охотиться вчера. Я не смог собрать, мне нужно еще полгода. Сейчас, а через полгода мне получается уже 2 раза больше большой. Я дал вам почти в 2 раза больше, чем я. Я не смогу здесь, нет таких доходов. Не надо, прошу, не надо. Ну ты задолбал, не могу, не могу. Кто рассказал? На кого давай? Что там смертью пахнет? Не надо. Хватит. А ну пусти. Дайте мне 20 минут, я разберусь. Ладно, пусть поработает. Этот уже никуда не денется. Ну давай, рассказывай, сколько ты им должен? Ну где он? Вот он идет. И что он там с ним решал? Отжимать над рестораном и делать концом. Но 10 штук отдаст сегодня. Остальное равными частями в течение полугода с начислением 2% на остаток. Пойдет? Нормально. Только где он папки возьмет? Да брехня всю. Я купил у него долю в ресторане. Деньги передам вам сегодня, после того, как подпишем договор у нотариуса. О как! Может, тебе еще автосалон купить? Куда приехали? Это автосалон. Этот барыга нам должен 50 штук уже 2-й месяц. Мы ему тачки кинутые по страховке подгоняем, а он нам денег торчит, козел. А, ну этот точно козел. Что это с ним? Узнал? Да узнал, я узнал. Только не бей меня, ты так 3 ребра сломал. Я все верну. Ты только не говори, где ты меня видел. Бабки отдашь сегодня. Будешь обо всем стучать мне, понял? Да. Ну что стоишь? Быстрее. Ну? Ну, в общем, и как я говорил, 50 штук за тачки. 10 за ресторан у нас. Значит так, Артуру долю с этого. Спишь с меня и с Василия. Да, еще, предупреди его. Полиция опознала тело Владимира. Сейчас его везут в Москву. Скорее всего, менты думают, что Джокер тоже здесь. Пусть будет аккуратнее.
Аккуратней. Притормози справа. Жди здесь. У вас происходит много событий, Павел. Вам не кажется, что пора кончать с детскими играми? Я имею в виду рэкет и наркотики. Я давно говорил, что готов. Мы не можем рисковать, поймите, и вести дела с обычными уголовниками. Надо быть аккуратнее и действовать цивилизованно. Только так вы получите доступ к большим деньгам. Все понятно? Понятно. А теперь о деле. Нас интересует серьезное оружие советского и российского производства. В основном из ПВО и ударных ракетных систем. Где же их взять? Сейчас не 90-е. Вот именно. Поэтому мы с вами общаемся. Если бы все было просто, кому бы вы были нужны? Используйте ваши связи на территории бывших республик. Возможно, там что-то еще осталось. Если что-то серьезное, речь идет о десятках миллионов евро. Хорошо. Я постараюсь. И последнее. В вашей группе есть стукач. Поехали. Давай к таксофону. Жди здесь. Да, это я. Ты понимаешь вообще, что... К чему это все может привести? Или нет? За что я тебе плачу? Давай на пляж. Прямо. Давай здесь, глуши. Пойдем, прогуляемся.
В машине может быть сильный жучок. Потому что среди нас есть предатель. Я никому не могу доверять. У нас грядут серьезные дела. Придет много денег. Я это чувствую. Поэтому я должен знать, могу ли я тебе верить. Почему ты не думаешь, что предатель это я? Не сходится. Ты появился у нас 2 месяца назад, а стукач у нас уже давно. А информация правильная? Может быть, это Деза? Может быть, это Деза. Но я не могу рисковать. Я должен быть в тебе уверен. Я должен точно знать, что в нужный момент ты беспрекословно выполнишь то, что я тебе прикажу. Если деньги будут хорошие, я сделаю все. Ладно. Договорились. Да, еще. Скажи, среди твоих старых армейских друзей есть кто-нибудь, кто имеет отношение к ракетно-космическим войскам? Были старые знакомые в Казахстане. Но я потерял с ними связь, пока сидел. Надо восстановить. 100% вчера вечером барон либо встречался в парке, либо звонил по таксофону своему стукачу. Ну так, встречался или звонил? Я не знаю точно. Но именно после этого он узнал, что в команде есть внедренный агент. В таком случае нужно сворачивать операцию. Нет, я останусь. Кажется, теперь барон доверяет только мне. Он думает, что агент внедрен давно, а я единственный новый человек. Ты лучше скажи, может, в вашем разговоре еще что-то промелькнуло? Да. Барон ищет контакты офицеров ракетно-космических войск. Вот! Привет, Дра. Что с тобой? Кто тебя расцарапал? Девочка или мальчик? Мухаммед, дорогой, какими судьбами? Наконец-то свалил из своего Египта. Шукран. Чебе, адаптер, обезади. Я в командировку был. Знаешь, кто я теперь? Большой человек. Вице-губернатор. Мы сделали правильную ставку, когда американцы пришли. Слушай, здесь можно поговорить? Есть очень-очень-очень серьезное дело. Мы с Мухаммедом 5 лет в Пакистан девственниц поставляли. Глав смехле. Веселое было время. Он проверенный человек. Сейчас он вице-губернатор там у себя. В общем, у него все гуд до казахской границы. Здесь в Европе товар тоже есть кому принять. Если мы организуем транзит через Казахстан, то получим 20% от конечной цены. Барон, это большие деньги. 20% от конечной цены только за транзит. Значит, на нас только логистика. Найм, мы можем вложиться в товар. Если положим 10 миллионов, то наша доля вырастет до 50% от конечной цены. А это 20-25 миллионов евро. Я рискну. Вопрос. Где взять столько денег? Может обратиться к мужу твоей сестры? Тиграну? Я ему и так 2 миллиона должен. Ладно, это решим при первых контактах. Значит, в Казахстан едут. Райво. И Артур. Артур? Ну что ж я? Все. Это не обсуждается.
Готовься. Завтра утром ты с Раева летишь в Казахстан. С пересадкой в Москве. Суть дела узнаешь в дороге. Это опасно. Меня возьмут на границе. Надо рисковать. Иначе зачем ты мне нужен? Завтра утром я улетаю в Казахстан. Зашевелились, черти. Цель? Не знаю, какая цель. Завтра расскажут по дороге. Мне это не нравится. Происходит что-то неподконтрольное. Да, происходит что-то неподконтрольное. Чего ты нервничаешь? Ты заранее знал, что операция будет непростой, с постоянным риском для жизни. Что теперь случилось? Боишься пасть смертью храбрых? Слушай ты, рот закрой. Я десятки раз видел смерть. Каждый раз хотел жить и боялся умереть. Только идиоты говорят, что ничего не боятся. Я не собираюсь здесь сдохнуть по чьей-то прихоти или по глупости. Сдохнуть я мог и в тюрьме, ты меня понял? Обеспечьте границу. Привет. Здорово. Давай-ка накатим. Не стоит. Давай. Завтра с утра ехать. По три капли за успех. Давай. Давай. Ну, давай. Давай, пусть все будет хорошо. Давай. Он нажрался, как свинья, барон. Как нажрался? Не может быть. Да приди, посмотри. Аж сердцем плохо стало. Как он завтра поедет? Я вообще не представляю. Скотина. У тебя паспорт в порядке? В порядке. Сердечный приступ. Веселее, охранник. Пошли. Да. В конюшню? Понял. Будем минут через 30. Конюшню Абая знаешь? Поехали. Салом, салом, Яшима. Ну что, пойдем? Шахэ, иди ты сюда. Мы пришли от барона. Я понял. И ты приперся сюда из Эстонии, чтобы через нашу территорию провести дури на 50 миллионов евро. Ты кто такой? Еще раз повторяю. Я человек барона. Барон уважаемый человек. Он мой начальник. Кто такой барон? Я спрашиваю, кто ты? Может, ты метовской стукач? Да вы приперлись сюда, чтобы нас подставить. Чмошник. Чмошники! Да сам ты чмош! Я все убью! Ты, ай! Сука, на моей территории! Да я убью тебя! Парни, спокойно! Мы пришли с миром! Прости его, он погорячился. Я из Москвы, из команды Угрюмова и Сани. Саню? Ты кто будешь для них? Спроси Угрюмова про Артура Королева. Я знаю Саню. Опусти пистолет, все решим.
Ресторан, скорее всего, отберут. Они уже передали дело в суд. И налоговая предъявила претензии за 3 года на 45 миллионов. Саня, раскопай про эту бабу. Я хочу знать, что за зуб у нее на Артура. Попробую. Извини, Угрюмый. Да. Кто? Абай. Какими судьбами, дружище? Виталий Степанович. Да, что надо? У нас с вами есть общий знакомый, Константин Березин. Он сказал, что вы можете вспомнить об одном инциденте. 6 лет назад с неким Артуром Королевым. Он еще искал беременную женщину на контейнерной площадке. Не хочу про это вспоминать. Да и вообще не знаю ни про какую стоянку. Вот как. Значит, слушай. Королев искал свою жену. Оставалось очень мало времени, чтобы сделать ей какой-то укол. Иначе бы она потеряла ребенка. Это был его ребенок? Да, его. Он сам об этом всем сказал. В общем, в итоге там не нашли. Но зацепили за какую-то тачку и начали погонь, это все, что я знаю. Где до этого скрывался Королев? Где-где? В Эстонии, конечно. Они с женой оттуда и приехали. Она поездом, на вокзале ее похитители и взяли. Все? Вы, Сони, просыпайтесь. Подними их. Эх, от вас плохо пахнет. Отмыть бы вас, ребята. Ассаламу алейкум. Валикум ассалам, Абай. Под гарантией Угрюмова и Саши мы готовы вам помочь. Транзит будет. Но на подкуп таможенников и пограничников нужны деньги. Шабет! Я думаю... 5 миллионов евро. Причем сразу. Что вы думаете? Ответ дадим через пару дней. Контакт прошел успешно. Джокер возвращается в Таллин. Наркоторговцы запросили немалую сумму, и теперь возник главный вопрос. Где барон возьмет деньги? Посмотрим. Докладывайте ситуации 2 раза в день, Сергей Николаевич. Есть. Что ты хочешь сказать? Слушай, в наших общих интересах помалкивать, как с казахами базар пошел. Ну, в первый день. Ясно? В твоих-то точно интересах лучше помалкивать. Слушай, ты! Ты мне не тыкай. Я лишнего болтать не буду. Ну и не тебе мне рот закрывать. Ясно излагаю? До свидания. Короче, добазарился я с ними. На лучших условиях. Мы теперь с ними кореша по полной. Всем привет. Ну, как прошла встреча?
Но Василий, по-моему, все рассказал. Я хочу от тебя услышать. Сначала был конфликт, потом все уладили. Договорились хорошо. Конкретику ты знаешь. Кто в результате с нашей стороны договаривался? Мы с Василием вдвоем. Под гарантией Угрюмова. Саня тоже прилетал на стрелку. Ну, я и говорил, барон. Помолчи. Хромает он потому, что болтал много. Ладно. Надо действовать. Скоро дам ответ по деньгам. Барон, разговор есть. Можем поговорить? Я восстановил свои связи в Казахстане. Один из моих старых друзей на высоком посту и очень нуждается в деньгах. Ждет от нас список того, что нам нужно. Список будет. Что, стукнул барону? Как ты достал, а? Устань, чуть из-за тебя не сдохли. Теперь здесь будешь слюной брызгать. Запомни одну вещь. Мне проще тебя сломать пополам, чем тратить на тебя время и слова. Вася, возьмись за ум, плохо кончишь. Вот подробный список. Если найдете что-то из этого вооружения не советской, а с российской маркировки, то сумма удвоится. Мы потребуем, когда товар появится, раскрыть всю цепочку связи. Кота в мешке никто покупать не намерен. Смотрите, не споткнитесь. Сделай копию и отправь своим друзьям. Пусть поищут, только с российской маркировкой. Хорошо. Поехали. Все это сплошь детали к ракетам малой, средней и большой дальности. Типа земля-земля, земля-воздух. Просят с российской маркировкой. Да, надо быть крайне осторожным и не спугнуть зверя. Как наши казахские коллеги? Готовы? Готовы. Все согласования пройдены. В операции с нашей стороны планируется также использовать группу скрипача. Видите проблемы, Сергей Николаевич? Вопрос, где барон возьмет деньги? Наши продавцы без предоплаты откажутся отдавать товар. Это вызовет сомнения. А отсутствие денег у покупателя вообще может поставить под вопрос всю возможность сделки. Судя по тому, что мы знаем о нем, эта сволочь как-нибудь вывернется. Не думаю. Садись в машину, скоро уже стемнеет. Есть новости от друзей? Нет, но скоро будут. Секунду. Да. Привет. Мухаммед хочет знать, есть ли у нас деньги. Что будем делать? Нам нужно как минимум 5 миллионов евро. Для Мухаммеда. И вдвое больше на технику. Единственный вопрос, где взять деньги? В твоем окружении есть только один такой человек, это Тигран. Алло, Тигран, дорогой, здравствуй. Как вы там? Как солнечная Армения? Здравствуй, Павел. Оставь в покое солнечную Армению. Что такое? Ты занял у меня 2 миллиона, которые до сих пор не вернул. Сказал, хочешь открыть ночной клуб. Да бог с ними, с деньгами. Но тут приехали мои друзья, которые сказали, что твой клуб – это обыкновенный бордель. Это позор. Ты понимаешь? Ну погоди, дай сказать. Нам не о чем говорить. Ты вернешь все, что мне должен. Иначе у тебя будут большие неприятности. Черт! Ничего. Ты у меня пожалеешь.
Готовься. Завтра летишь. Куда? Утром узнаешь. Список у меня, можно начинать. Да. Большая часть того, что просил заказчик, есть в наличии. Yes. Что дальше? Нужно искать деньги, барон. Логистику они обеспечат. Ты на месте? Да. Действуй. Лена, поторопись, если хочешь со мной поехать. Уже иду. Возьмем с собой? Она еще полчаса будет пить свой кофе. Пап, ну подождите чуть-чуть, я с вами поеду. Нет, мы спешим. Все, что есть в наличии. Можно еще поторговаться. Собирайся. Через 3 часа ты вылетаешь в Армению. В Армению? Что я там буду делать? Сегодня утром погибли моя сестра и ее муж. Их взорвали в машине. У них осталась дочь, Кристина, 18 лет. Нужно забрать ее и привезти сюда. Я сам не могу. Хорошо. Да, вот еще. Нужно забрать оттуда банковские документы. Тигран всегда держал их дома. Там есть потайная комната. Про эту комнату никто не знает. Но она точно есть в квартире, я это знаю. Мне сестра говорила. Не знаю, как я это все найду, но постараюсь. Я жду результат. Когда похороны? Пока ничего не известно. Следователи их не отдают. А что с Кристиной? Пропала сразу после взрыва. Не можем отыскать. Похитили? Вряд ли. Камеры наблюдения ничего не зафиксировали там. Мне как можно скорее нужно попасть в их квартиру. Обязательно. Что ты хочешь здесь найти? Кристина, меня зовут Артур, я приехал из Таллина по поручению твоего дяди, Павла Сергеевича. Со мной твой двоюродный брат, Рубен. Кристина, я знаю, что в квартире есть потайная комната. Твой дядя говорил об этом. Я думаю, ты в ней спряталась.
Если ты меня слышишь, я прошу тебя, выйди к нам. Мы просто хотим тебе помочь. Кристина, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Мне было 14 лет, когда умерла моя мама. Когда мне было 27, погиб отец. Его убили и сожгли в мастерской, где он работал. Через несколько недель убили друга моего детства. Я тогда думал, что никогда не забуду этого. Не смогу вернуться к нормальной жизни. Время прошло, и многое изменилось. А память о родных и близких храню и буду хранить, пока живой. Кристина, очень много близких тебе людей сейчас переживают, потому что не знают, что с тобой произошло. В Таллине я дружу с твоим двоюродным братом Сережей. Он тоже очень переживает и ждет сейчас моего звонка. Что мне ему сказать? Воды! Да. Кристина Джан. Кристина Джан, вон сядь. Мелкими глотками. Коса хантрумам цаватана, ми банаса. Подожди. Кристина, тебе небезопасно оставаться здесь. Твой дядя просил привезти тебя туда. Поедешь? Паспорт ее найди. Хорошо. Кристина. Дядя просил привезти банковские документы из потайной комнаты. Ты не против? Нашел. Все. А это что? Вещь Кристины. Помоги. Да, Артур. Молодец. Документы. Документы нашел? Отлично. Давайте, приезжайте скорее. Я вас жду. Это выписка из миграционной службы Эстонии о семье Колесниковых. Эльвире и Артуре. Они прожили там 1.5 года. А это ее медкарта. В ней Артур числится как отец ребенка. Делаем что-то дальше? Лиза, ты взяла балетки? Конечно, мам! Ну все, пока. Пока! Артур, мне очень жаль, что мы ознакомились по такому поводу. Подожди. Что на кого? В наши дни все армяне носят такой значок в виде незабудки. В память о своих предках, погибших 100 лет назад. В квартире Тиграна ты и говорил о родителях. Пусть этот значок будет у тебя.
приехали. Здравствуй, Кристиночка. Кристина. Девочка. Дождались. Ничего. Дождались. Ничего. Чего? Солнышко. Иди. Ну, пойдем. Пойдем, милая. Документы привез. Готовься. Завтра полетишь по нашему делу. Налей еще. Может, хватит? Тебе еще за руль. Я сказал, лей! Научились мне перечить! Ты барон! Называй меня только барон! Артур этот скот! Он меня еще попляшет! Ты! На вот значок тебе. Тебе хоть кто-нибудь что-нибудь дарит? Хоть кто-нибудь? Могла бы быть со мной поласковей. Смотри. Силой возьму. Все верно. Счета на имя Кристины Погосян действительно актуальны. Узнать информацию по счету может только наличная. Воспользоваться деньгами только в случае подписи одного из гарантов счета, ее отца или матери. Гарантов счета? Ей уже есть 18 лет. Все верно. Такие изменения в условия пользования счетом 2 недели назад внес ее... отец, но я не думаю, что это проблема. Достаточно подписи одного из них, и все окей. Ее родители погибли 2 дня назад. Примите мои соболезнования. Тогда воспользоваться деньгами со счета, возможно, будет минимум через 6 месяцев, когда девушка вступит в права наследования. Группа подставных продавцов оружия уже ждет вас в Казахстане. Но, судя по прослушке разговоров барона и по его перемещениям, он активно ищет деньги, а найти их не может. Не понимаю, на что он рассчитывал, когда все это затевал. Думаю, что на помощь Шурина. А после гибели того надеялся, что Кристина ему поможет со своих счетов. Но там какие-то моменты в банковском договоре, так что этот путь для него закрыт. То есть он ради этого племянницу привозил сюда? Безусловно. Барон – негодяй и подонок. Его интересуют только деньги. Он был единственным лицом, заинтересованным в гибели родителей Кристины. Это же была его родная сестра. Бесполезный разговор, мнения у нас могут быть разные, но делу это не поможет. Сейчас может сорваться все из-за того, что у барона тупо нет денег. Значит, надо помочь ему найти эти деньги. В общем, нам нужно 10 миллионов евро на месяц. Через месяц вернем 12. Нам или тебе? Деньги нужны барону, но я тоже в доле. Я не верю барону, Артур. Ради денег он пойдет на все. Тем более ради таких денег. Он не такой, как мы с тобой. Я ему денег не дам. Да и нет у меня столько. Значит, считай, что деньги нужны мне. Для меня это способ решить все свои проблемы. Так что это вопрос жизни и смерти. Ты уверен в успехе? Все под контролем. С
Сколько раз я слышал эти слова. В общем, есть люди, у которых можно взять такие суммы. Это страшные люди, Артур. Одержимые идеи. С бородами и маленькими шапочками. Их люди сразу сядут к вам на хвост. Так что дергаться будет бессмысленно. Я возьму для тебя деньги. Под 20%. Но с одним условием. Следующую такую операцию ты проведешь для меня. Лично. Ну? Деньги будут через 5 дней. Под 20%. 20%? Ну так молодец! Ха, поехали! К Фридриху я хочу выпить! Поехали! Давай, налейся! Отдыхаешь? Привет! Здорово! За что пьем? Пьем за успех нашего дела. И конкретно за Артура. С его мало того, что он сумел договориться с продавцами, он еще денег нам достал. Я уж не говорю про то, что он спас моего сына. За тебя! Это ты точно. Больно легко у него все получается. Как по маслу. Хватит! А ты мне рот не затыкай! Больно быстро ты забываешь своих друзей ради каких-то... Ой! Извините! Рубашечку немножечко подпортил. Извините, пожалуйста. Ты куда? Пойду футболку сменю. Чарли, дай ему свою майку. Придержи язык. На него сейчас очень много завязано. Ты меня понял? Достал этот Василий. Третий день отсюда не вылезает, до всех девчонок докопался. Каждый раз так, когда он откуда-то возвращается. А где он был? Не знаю. Вернулся весь какой-то гадкий. Приставал, платье мне порвал. Потом успокоился. Даже значок подарил в виде незабудки. Говорит, в аэропорту раздавали. А где этот значок? Вот. Можно было убить своих родных людей. Агент вылетит на сделку в ближайшие 2 дня. Пока все, кажется, идет по плану. Что тебя волнует? Меня волнует состояние агента, а также то, что операция приняла чуть ли не политическое значение. Я имею в виду всю эту историю с оружием. Она имеет для русских первоочередное значение. Согласен. Если что-то пойдет не так, наши с тобой головы полетят первыми. Но отступать нельзя. Во-первых, потому что нам нужно уничтожить эту группировку. Во-вторых, потому что надо обрубить связи синдиката. Вы забыли про предателя и про наших погибших товарищей. В том числе ради них мы должны довести все до конца. Все время думаю об этом предателе. Скажите, кто еще из наших знает о внедренном агенте? Только я, ты и Алексей. Есть еще докладная записка, которая лежит в моем сейфе. На случай, если со мной что-то случится. Вся информация о продавцах и происхождении блока наведения вот на этой флешке. Вы уверены в этом, Артурия, и в других ваших людях? Быть уверенным до конца нельзя даже в самом себе. Правильный подход. Запомните. Люди, у которых вы заняли финансы, отрежут вам голову, если вы задержите платеж хотя бы на один день. Будьте аккуратнее.
расслабляйся, барон. Деньги уже на руках у группировки. Вылетают они завтра. Скрипач передаст деньги в Казахстане. Оборон заплатит кому-то в Европе, заработав 1.5%. Ну а как с военным оборудованием? Как будете отслеживать? Систему наведения подвергли специальной нанотехнологической обработке. Теперь это один большой передатчик. Мы отследим его со спутниковой группировки. Сигнал прервется, только если его упрятать глубоко под землю или в бетонный бункер. А как работает эта штука? Это порошок с несколькими сотнями миллионов микропередатчиков. Блок наведения обрызган им со всех сторон. Обнаружить его, если не знать точно, как искать, практически невозможно. Спасибо, что согласился прогуляться. С тобой спокойно. Жанна пьет и все время нервничает. Неуютно с ними. И с Серегой? Сережка слишком маленький. И все время хочет сделать так, чтобы мне было хорошо. От этого тоже устаешь. Понятно. Скажи, а ты уверена в своем деде? Да. Да. Хотя папа о нем плохо отзывался в последние дни, но мама верила до последнего, что он их самый близкий человек. А мне просто страшно одинок. Что будет дальше? Мне хочется обратно, туда, в эту маленькую комнату, спрятаться от всех. Успокойся. Скажи, у тебя было такое, что тебе хотелось спрятаться от всех? Было. Только от себя не спрячешься, Кристина. На месте к вам присоединится эксперт по оружию. Будь аккуратней. Мы в шаге от богатства, но этот шаг нужно суметь сделать, не совершив ошибки. Приглядывайся к Василию. Если что, принимай решительные меры. Ты хочешь, чтобы я убил его? Нет. Но если он будет вести себя неправильно... Не беспокойся, все будет как надо. Установка. Это образец. Ракеты на контейнерной площадке. Кто будет
предпринимать. Сейчас мы начнем осмотр груза. Хочу сразу предупредить, если мне что-то не понравится, мы сразу уедем. И у всех присутствующих здесь появятся проблемы. Нервничайте, вы мешаете присутствующим. Хорошая новость. Системы в порядке, жучков не обнаружено. У нас есть проблема. Дело в том, что такие системы устанавливают только на ракетах морского базирования. Внешнего моря у Казахстана нет. Откуда же здесь взялся этот блок? Хочу объяснений и немедленно. Тихо, тихо, мужики! Спокойно! Ствол опустить! Опусти ствол! В этом деле сомнения невозможны. Если я сейчас не получу до конца меня устраивающий ответ, меняйте на себя. Да ты кто такой, хрен собачий? Мы покрошим тебя в капусту, козел! Кого тихо, ты привел? Тихо. Да вы за свои тихо, слова тихо, отвечаете? Все. Руки! Это что вы делаете? Руки, тот, кто решает, жить вам или нет. Спокойно. Их завозили сюда в 94-м году по договору о сокращении вооружений. Всего 6 штук. Все в порядке. Можем продолжить бизнес. Все, уходим. Как я люблю это дело! Я рад, что у нас все сложилось. Ну, выпьем, друзья, за наш успех. Давайте. Чтоб всегда так было. Да. Будет. Когда груз будет на месте? Через неделю встречайте груз в Роттердаме. Мы за свою часть дела отвечаем. Не хотел бы сглазить, товарищ генерал, но, кажется, синдикат проглотил наживку. Груз в морском контейнере движется в порт Эстонии. Надо дождаться минимум, чтобы он добрался в нейтральные воды, а лучше, чтобы он дошел до точки перегрузки в Европе. Согласен. Единственное, что меня беспокоит, это нестабильность группировки барона. Если говорить откровенно, я всерьез беспокоюсь за жизнь нашего агента. Сделка завершится через 2-3 дня. После этого надо рвать когти. Надо еще заплатить людям Зорро. Да пошел он этот Зорро. Подождет. А лучше вообще не платить. 12 лимонов. Барон, так делать нельзя. Это плохо кончится. Раева, скажи. Да. Люди Зорро пасут наши объекты. Сейчас их две машины на паркинге, одна на въезде. Так что не уйти. Дело даже не в этом. Денег хватит на всех.
Нужно заплатить людям Зорро и уйти с миром. Иначе потом всю жизнь будем оглядываться. Артур прав. Получаем деньги. Рассчитываемся. Только потом уходим. Все. Я боюсь, у барона сдадут нервы. И он попытается кинуть всех. Тогда начнется бойня. Ну, надо удержать его. Нужно, чтобы все сделки совершились. И тогда мы возьмем их всех. Есть что-то еще? Да, из Армении пришли доказательства вины Василия в убийстве родителей этой девочки. Так что аресты в группировке начнем с него. Ты раздражаешь всех. Ты это понимаешь? А ты понимаешь, что этот Артур? Ненавижу. Валить его надо. Как получим бабки, валить. Зачем ему отдавать его долю? Хватит, хватит. Артур этот... стукач. Крыса. Я так думаю. Думаешь? Думаешь ты. Иди домой, думай, Вася. Пошел отсюда. Деньги будут отправлены на ваши счета, как только груз выйдет из порта приписки. По графику на это уйдет 2 дня. Продержитесь? Конечно. Я бы не говорил так уверенно. Среди вас есть человек, Василий. Очень неуравновешенный тип. Он чуть не сорвал сделку и едва не убил своего же в Казахстане. Его лучше нейтрализовать. А вот этот Артур молодец. Если все пройдет хорошо, синдикат его соберет себе. Василий, иди домой, я домой хочу. Молчи. Василий, иди домой, мне клуб закрывать надо. Я тебе такси вызову. Ну опять. Сука, еще предатель. Убей! Вали, вали, вали! Звони быстрее! Что это вот? На входе! Стоять должен! Жив со мной, пёс! Сухи мои! Жрать! Косила, чё тебе надо-то? Ты знаешь, где живёт? Ты спала с ним! Да заткнись, ты урод, ты меня достал! Чё урод? Чё ты раскудахнулся? Чё ты раскудахнулся? Стоканула! Отпусти меня, мне больно! Прогуляемся! Ай, сволочь, как ты достал! Рухну! Пристрелю! Руки вверх, лицом вниз. Нет, Инга! 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 Убийство первой степени на глазах у свидетелей. Попытка сопротивления полиции. Вам грозит от 25 до пожизненного. За что? За убийство девки бордельной? Не имеет значения, где работала эта молодая женщина. Вы ее убили. А имеет значение, где работаю я? Ой. Вы думаете, вы все обо мне знаете? Ручку дайте. Ну, дай. Свяжитесь с моим
связным из германской разведки. Мы вместе сотрудничаем уже около года. И еще. У вас здесь есть человек барона. Я его не знаю. Но он испугается, что я заговорю. И захочет меня убить. Так что перевозите меня. Как ценного свидетеля. Да. Узнали меня? Этот ваш нервный друг Василий, он не есть полицейский стукач. Он не должен заговорить. Иначе сделки конец. Все понятно? Да. Жанна! Быстрей! Значит так, Маркус отвезет вас в Ригу, оттуда на самолет. Что-то случилось? Ты опять во что-то вляпался, Паша? Делай, что я говорю! Остановись, Паша, прошу тебя. Ну все, иди. Иди, я сказал! Нашелся предатель, это Василий! И заткну ему рот, черт! Осталось совсем чуть-чуть. Дождаться денег от синдиката и подтвердить отправку груза Мухаммеду. Ты со мной? Я с тобой. Мне еще нужно позвонить Абаю, иначе он не отдаст товар покупателям в Роттердаме. Когда это должно произойти? Сегодня ночью или завтра утром. Это твои. Это моя. Это твоя доля. Ах, а это, ребята. Шуки, Рамон! Стреляйте! 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 На пол! На пол, сказал! Не рыпайся! Руки! Руки за голову! Я понял, понял. Здравствуй, Абай. Майор Калтыков. Мои ребята получили груз. Парочку твоих пацанов пришлось подстрелить. Хочешь сам остаться цел, будешь делать то, что я скажу. Все понятно? Держи. Зачем он мне? Пока не знаю, но, возможно, пригодится. Не нужно? Нужно. Смотри. Снимаешь с предохранителя, взводишь и нажимаешь на спусковой крючок. На, послушай меня. Сейчас очень трудное время. Никому не доверяй. Будь максимально осторожен. Мне нужно отъехать сейчас. Я обязательно за тобой вернусь. Ты все поняла? Все. Он действительно агент немецкой спецслужбы. Но он же убийца. В данный момент он прежде всего ценный свидетель. Начальство приказало увозить его из управления на конспиративную квартиру. Сильвер готовит машину. Быстрее. Голову аккуратнее. Когда тебе везет, такая красивая мама. Налево поверни.
Да. Браво! Черный Volkswagen Passat, четверо внутри. Поедут по вашей дороге. Не промахнись! Я понял. Кристина, собирайся, мы уезжаем! Что случилось? Куда мы едем? Все хорошо. Нам нужно дождаться Раева и забрать Артура. Мы подождем их в надежном месте. Давай, давай, детка, быстрей! Вот они! Через 5 минут будем на месте. Погибла Алиса, погибла в машине. И свидетель в машине. Всех взорвали. Что? Напомним, что подозреваемый в убийстве имел отношение к одной из международных преступных группировок. Зачем ты прячешь лицо? Василий, сволочь. Сволочь. Все из-за него. Артур, все плохо, все очень плохо. Надо уходить. Розыск объявлены все члены группировки. Некто Барон, он же Павел Дегтяренко, Фридрих Зельцмайер, Райво Йокконен и другие. Полицей! Ты куда собрался? К вам, ребята, собрался. Паспорта в порядке? Артур, нам надо бежать, пока не поздно. Этих денег нам хватит на двоих на первое время. Ольга, это ваши кутку и тенат кохтатте, или стетен ули кокс. Это неправильно. Мы вернемся к барону. Ну, как хочешь. А я сейчас выйду из банка, и больше вы меня не увидите. Руки вверх. Лицом вниз. Лицом вниз. Руки вверх. Все, кто были в машине, мертвы. Это двое эстонских полицейских и майор Ведерников. Также погиб человек барона, который оказался еще и завербованным немецким агентом. Жестко. Как же они решились на такое? Барон не очень умен, но он не идиот. Я думаю, он кого-то очень сильно испугался. Возможно, людей синдиката. Что с вашим агентом? Арестован. По данным полиции, он оказывал сопротивление при задержании. Они знают, кто он? Все, кто знали о личности агента, мертвые, в том числе руководитель эстонского МВД. Сердечный приступ. Информация об агенте дойдет до них только через несколько часов. Что с оружием? Контейнеровоз стоит под разгрузкой в голландском порту. Так. Надо готовить МИД для заявления. Но только после того, как контейнер поставят на твердую землю. Разрешите выполнять, товарищ генерал? Идите. Есть. Ничего, сынок, ты у меня еще поскалишься. Закрой дверь!
Я нажму на курок, и все, что от тебя останется, это грязный салон твоего катафалка. Что тебе надо от нас? Что ты прицепилась к Артуру и к его ребенку? Считаю до пяти. И ты выкладываешь мне все. И я убью тебя, как змею подколодную, тварь! Ну, давай. Давай, стреляй. Что тянуть-то? Давай, стреляй, падла. Вы и так убили меня 8 лет назад. Вы убили человека, которого я любила больше жизни. Вы и ваш Артур отняли у меня мужа и неродившегося ребенка. Я все эти 8 лет лезла наверх, чтобы отомстить вам всем, слышите? Всем вам! Ну давай! Давай, стреляй! Прекрати все это, наконец! Да кто ты такая? Вспомнил. Это женщина Мартына. Джокер завалил его за похищение ребенка. Он никого не похищал. Это вы все придумали, чтобы разорить его, отобрать, разделить все. Но мы же не обидели вдову. Она не жена его. Она ждала от него ребенка. Он не успел к ней уйти. И вы не успеете. Ваш Джокер вернется, чтобы спасти свою дочь, и тогда им конец. Есть кто? Нет никого. Дверь заблокируй, никого не пускай. Хорошо. Фридрих убит. Артура взяли. О как. Бабло у них. При чем здесь бабло, Раева? Это копейки. Наши деньги в товаре. У этих казахов. Они ждут звонка Артура. И без его звонка ничего нам не отправят. Ну и что же нам делать? Надо вернуть Артура. Почему монитор выключен? Не знаю, не видел. Как новый старший спецгруппы, ты должен знать. Этот задержанный из группы барона, Артур, это внедренный агент из России. Это обнаружилось после осмотра бумаг в сейфе Тыниса в министерстве. Вот как? И что теперь делать? Здесь его не стоит оставлять. Можешь вывести на конспиративную квартиру, пока не прибудет новый контакт от русских вместо Алексея. Хорошо. Да. Я не могу дать ему возможность сделать звонок отсюда. Что значит не можешь? Не могу, потому что он крыса. Я везу его к тебе, и мы на месте разберемся. Крыса. Вези его сюда. Мне нужен его звонок. Поехали. Мы разве не в туалет? Планы изменились. Королёв в комнате для допросов? Да, так точно. Мне удалось получить разрешение на перевоз тебя в тихое место. Я сказал руководству, что ты готов сотрудничать. Это было непросто. Это ради звонка в Казахстан? И для этого тоже. Главное, барон не бросает своих преданных людей. Но это я понял. Нужен будет мой телефон. Абай не ответит на звонок с чужого номера. Предусмотрено. Барон, открывай! Мы знаем, что ты здесь! Там боевики Зора, что делать? Прикрой дверь!
Давай, вскрывай. Черт, что такое? Зачем ты меня привез сюда? Судя по всему, ему конец. Это новость. Сколько же на тебя денег записали, девочка? Слушай, а этот урод, твой дядя, нам правду говорит? Аслан, это Артур, не стреляй. Стоп, это свои. Артур, ты вернулся? Это хорошо. Значит, мы с тобой вдвоем, без этой гниды, сделки завершим и разделим бабки. Джекпот. Ну да, мы все знали. Мы этого Васю с утра до вечера слушали в его клубе и ресторане. Кстати, Артур, у этой девчонки на счету несколько лимонов зависло? У нее ничего нет. Да? А этот урод говорит, что есть. Вот и проверим. Поживут под нашим присмотром с дядей. Месяцев 5 еще. А потом рассчитается и разбежимся. Нам чужого не надо. Так вот, зачем ты их убил? За их деньги? Кого? О ком ты? Родителях Кристины. Василий летал в Армению в момент убийств и заложил тебя полиции. Нет, это невозможно! Аслан, она сейчас уйдет. Нет, друг. Она останется. Или уйдет вместе со мной. Да ты не дергайся! Ты в доле со мной! По всем пунктам в доле! Артур! Зачем ты полез в это дело, а? Слишком большой был куш. И потом я верил, что барон споткнется. И все его достанется нам. Понимаешь, все! И все получилось! Аслан, у тебя есть еще шанс уйти. Нет, мы не уйдем. Дай мне уйти. Или я убью Зачем ее. Зачем ты влез в это дело, я а? Обещал! Обещал, значит, позабочусь. Пошли. Все закончилось. Пошли. Старайся не сдохнуть. Да, алло. В бильярдном баре. Перестрелка. Улица Пумана, 24.
Крысу похитили. Ждут тебя. Прилетай скорее. Артур, ты слышишь меня? Слышишь? Я лечу. Пусть Серега обеспечит границу. Ты можешь ехать быстрее? Где они? Мы отследили телефонные разговоры этой бабы и ее охранника. Беспилотники слева обходят. Они выходили на связь с неким председателем. Личность известная. Наемник. Шлифанули второй телефон. Вот сейчас здесь. Территория завода 15 гектар. Дороги перекрыты, спецназ на месте. Значит так. Зачищать завод нельзя. Председатель явно не один. Команду. Телефон, по которому ловили сигнал, может быть в одном месте, а председатель с ребенком в другом. Риск слишком велик. И что делать? Стрелять не разучился? Нет. Мне нужен мегафон и тонкий бронежилет. Бронежилет! Винтовку давай. Мне больно. Потерпишь. Там, председатель! С тобой говорит Артур Королёв! Твоя заказчица арестована! Все, бесполезно сопротивляться! Если отпустишь ребенка, тебе дадут уйти, я договорился! Я же сказала, что за мной придут. Тебя накажут. Накажут. Ты же не будешь шуметь. Иначе придется сделать тебе больно. Второй занял позицию. Еще метка! Да-да, нужна еще метка. Что значит метка? Нужна метка. Артур, не вставай. Я встану! Говорил, что он мой папа. Это ведь не так, да, мам? Ой, это ж моя старая фотография. Откуда она у вас?
Здравствуй, Лиза. Тот плохой дядя. Он сказал неправду. Вот твой папа, и ты это знаешь. Это он подарил мне фотографию. Лиза, покажи, что ты принесла дяде Артуру. О, конфеты! Это за то, что ты спас меня. Спасибо. Это очень вкусно. Попробуй. Я рад, что мы уже на «ты». У тебя пластырь отлепился. Не болей, ты хороший. Приходи к нам, когда выздоровеешь. Договорились? Вам, наверное, уже идти пора, да? Пойдем, Лиза. Дядя Артур устал. Банда барона ликвидирована полностью. По ходу операции Джокер также уничтожил весь костяк группировки некоего Аслана Сардарова по кличке Зорро. Предателя среди эстонской полиции также выявил Джокер. Наши эстонские коллеги будут довольны. А как с грузом синдиката? Контейнер с оружием разгружен. Цепочка связи и агенты синдиката выявлены полностью. Пора запускать мидовцев и зарубежных товарищей. Уверен, оппоненты предложат нам выгодные условия в обмен на возможность замять скандал. Это хорошо. Нота российского МИДа содержит всю подробную информацию о грузе вооружения, лицах, участвовавших в его незаконной покупке и транспортировке, а также возможные дальнейшие направления реализации элементов вооружения. Хочу обратить ваше внимание, что груз в данный момент находится на территории Нидерландов, и мы требуем незамедлительных действий. Спасибо. Мы ознакомимся с содержанием вашей ноты. Надеемся, деятельность террористической организации под названием «Синдикат» и ее агентов будет пресечена в кратчайшие сроки. Иначе возможно просачивание информации в прессу, что не входит в интересы всех сторон. Да, конечно. Вас уже угостили чаем? Здесь прекрасные английские сорта. Хорошо выглядите, Эрик. Работа на Востоке позитивно на вас влияет. Спасибо, я доволен. К сожалению, мы недовольны. Вы раскрыли нас и сдали всю цепочку. По условиям наших отношений, ваша семья получит большую выплату. А вас я прошу. Нам не нужен живой свидетель. Вы понимаете, Эрик? Сможете это сделать сами? Вы о самоубийстве? Нет, я бы не хотел. Понятно. Я бы, наверное, тоже не смог. Простите, Эрик. Заказчик предполагал это и принял меры.
Надеюсь, вы не в обиде на меня. Я всегда относился к вам с большой симпатией. Благословенные препятствия, ибо ими растем. Шоу продолжается, господа. Где вы ходите? Вас полтора часа ищут. Все процедуры пропустили. Танечка, ну что ты так кричишь, а? Я еще немного посижу и вернусь. С доктором разбираться будете? Вас там ждут. Кристина хотела поговорить с тобой. Хорошо. Молодцы, что пришли. Жанну арестовали. А я оформляю опекунство. У нас больше никого нет. У меня тоже. Ты обещал позаботиться о Кристине. Теперь тебе придется позаботиться о нас двоих. Скажи, у меня есть друг? Есть, конечно. И он сдержит свое слово. Ладно, Серег, давай пять. И что теперь будем делать? Обниматься. Идите сюда.